Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале. Сегодня мы будем заниматься росписью рюмочек вот таких. Я покажу на примере одной рюмочки вам, а вы можете по желанию сделать себе полноценный набор 6 рюмок. Роспись будет не совсем обычная, будем ложить ее двойным слоем. Ну, вы увидите, как это делается, пока на словах мне сложно вам объяснить, а по ходу работы вы поймете, о чем я говорю. Важный момент в этой работе. Сначала мы сделаем роспись, потом подождем, когда она высохнет, и только тогда нанесем второй слой. Про это не забываем. Значит, краски нам понадобятся, ну, по стеклу декола. Это вам уже в прошлом видео я рассказала немножко про них. Цвет фиолетовый и бронза. И контуры. Тоже цвет бронза и фиолетовый. Вот эти два цвета нам нужны будут для работы. По окончанию работы, что мы делаем? Значит, запечем в духовке. Быстренько в двух словах вам расскажу еще раз, как это делается. Работу ставим в холодную духовку. Вместе их нагреваем, и духовку, и работу одновременно, до 70 градусов на полчасика, и точно так же остужаем вместе изделия в духовке. Когда она остыла, только тогда открываем и вынимаем наши изделия. Ну и начало работы, как всегда, мы знаем, готовим стекло. Моем тщательно жидкостью для мытья посуды, высушиваем и безворсовой тряпочкой протираем спиртовым раствором. И начинаем работать. Ну что, приступаем.
across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. No, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this place. Keep jumping around. No time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 I need you. Вот такие рюмочки у нас получились. Запекаем их в духовке. По желанию покрываем лаком. И с удовольствием пользуемся. Ставьте лайк, оценивайте работу, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!